что было сделано за эти два дня, и, в общем, рассказать о том, что происходило в эти два дня. Могу сказать, что данная выставка является специализированной, то есть она продвигает экологические возможности, то есть это все инициативы, все инициативы всех молодых, в основном, это молодое наше население, которое движет всей страной. То есть побольше бы хотелось таких инициатив, которые бы помогали продвигать молодым людям направления, в частности, связанные в области экологии, защиты окружающей среды, здоровья. То есть, чтобы мы все вместе с помощью таких мероприятий делали нашу страну здоровее, экологичнее, и чтобы нам было комфортно жить в нашей стране. Хотел бы сказать по данной ярмарке, что было очень много представлено компаний. Большая часть из них была в области агро, то есть это большее производство экологически чистой продукции. Очень большое было компаний, которые занимаются производством и которые выращивают, к примеру, цветы, выращивают семена различные. В том числе мы могли... Какая разница в их семенах, в отличие от других семян? Ну, они выращивают их в экологически чистых условиях, то есть они не используют различные химические ингредиенты, то есть как пестициды, то есть вот и другие вещества, которые при добавлении их в момент, когда растет, к примеру, само растение, да, то есть оно не получает дозу вот этих химических веществ, и тем самым мы получаем натуральный продукт, то есть экологически чистый, с помощью которого мы восполняем все необходимые нам микроэлементы, к примеру, и другие витамины. Достаточно семена, чтобы получить чистый экологический продукт? Нет, для того, чтобы получить чистый экологический продукт, это самое основное, это люди должны, те же фермеры, агрономы, которые занимаются сельским хозяйством, то есть, чтобы они были образованы в экологической области, то есть чтобы они знали, как это сделать. То есть без этого они, без этих знаний им трудно будет это сделать, потому что они... Вот вы назвали правильное слово, были воспитаны. Да, воспитаны. Значит, воспитание основное? Да, с помощью воспитания, образования, думаю, что с помощью вот этого направления можно донести всю важность, всю осознанность того, что нужно употреблять натуральные продукты. Если мы употребляем, соответственно, натуральные продукты, то мы здоровее становимся, то есть мы меньше болеем, мы...